По 17,5 часов, 2 недели люди просто стоят. Вы понимаете? Ну, это может показаться просто, ну, там стоять, что тут такого. Но вы не представляете, какая это физическая, психологическая нагрузка. Причем они не разделяют, там, человек говорит, там, у меня там почки болят. Да мне похуй. Там, у другого смотришь, там, на ногах варикоз там сильный, там, ноги отекшие, там, вены эти выделяются. Да нам похуй. Вот так вот, да, ну там можно, ну человек говорит, можно я там присяду, у меня ноги болят, там, да стой, какой присяду, вот так вот. Если там ты расставил немножко ноги, если ножки у тебя не вместе, а ты расставил ноги, то встает дневальный и начинает тебя бить по ногам. Если ты там поднял голову, встает дневальный и, то есть, ну как-то там бьет тебя. Разговаривать между собой нельзя. Вот 2 недели между собой общаться нельзя. 14 дней тебе не дают ни воды попить. В туалет тебе нельзя. Ну там разрешают. Ну может тебе там утром пописать, сходить. И может быть в туалет. По большому, и то это не каждый день, там раз в 3 дня. У меня было до того, что я вот просился в туалет, меня не отпустили, я взял, описался. Я мне было 41 год, я встаю, и меня вот как я, ну я не знаю. И я такой не один был с моего этапа, человек 6 нас описалось. Это тоже, это одна из уработок таких. Вас не пускают в туалет очень долго. Просто не пускают. Слышь, какой туалет, сука, стой молча. Вот так. Ну, пожалуйста, я сейчас в натуре просто обоссусь. Вот так и говоришь ему. Ну ты шо, сука, не понял? Закрой рот. Ну, вот так вот. Да, по несколько дней там не ходят. Если по-большому, допустим, если один раз ходил за 14 дней, было бы это классно. Каждый вечер я его драю. Каждый божий вечер я драю туалет, но меня туда не пускают. Все, и вот это кадыр, это я не знаю, как сказать. Просто стоят. Голова должна быть внизу, вот так, все время. Все время ты должен, вот, глаза твои должны быть вот тут. На носочках твоих. И не дай бог, твои глаза посмотрят вперед себя. Это будут расценивать как побег. А знаете почему? Я долго не понимал, хотя за это 3 раза пиздюлей получил. Потому что я разглядываю периметр, блядь. И вот из-за там наши нарушения, какие-то там, вот плохо стоишь, там руки не за спиной держишь, крутишься, там, ну где-то вертишь, смотришь по сторонам.